Наверное, сюда. Дали мне адрес хорошего салона красоты и обнадежили. Сказали, из меня там сделают чуть ли не красавицу. Лет на 10 точно буду моложе. А вот мы посмотрим. Вы на месте. А вот здесь, наверное. Наверное, здесь. Вот это. Сейчас посмотрю. Здравствуйте, я правильно пришла? Все правильно. Тут даже зеркало, видите, на какой подставке. Париж, так Париж. Эйфелева башня здесь. Хорошо. Девочки, вот посмотрите, вот так я выгляжу дом. Еще раз на меня полюбовались. А потом посмотрим, что из меня получится. Через сколько? Через час, полтора? Через полтора часа. Лучше всего, конечно. Так, вы знаете, как я хочу? Так, как вы. Я полностью вам доверяюсь. Я обычно всегда так. Да. Вы мастер. Вот я доверилась. Другого цвета делаем на тон темнее. Смотрите, как хотите. Хотите пряди делать немножко? Или нет? Да? Не знаю. Как скажете. Как? Подняться?
Васильева башня здесь. Сертификаты. Вот такие. То есть мастеру совершенно можно доверять. Золотые руки. И еще плюс сертификаты разные. Ну и опять Эйфелева башня. Красота. Ну а там я. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Так, ну все. Я вышла вот из этого заведения. Париж называется. Друзья, если кому-то нужен хороший, надежный, проверенный салон в Лазаревском, это улица Партизанская, 25Б. Это если с Победой, то можно подняться по улице Павлова. И будет пересечение с улицей Партизанской. Ну, в принципе, можно посмотреть по карте. Вот побывала, посмотрела на себя обновленную. И покаялась, надо было раньше, как только приехала. Но ничего, в следующий раз, когда будем в Лазаревском, в первую очередь побегу в этот салон. Ёлочка, часики. 5 минут. Всё, кинотеатр «Восход». Какая тут красота! На всё последний взгляд в этом сезоне. Ночной поселок Лазаревский. Агава вот прикрытая на зиму. Но зря прикрытая пока, потому что очень тепло. Ой, Галина, вы спускаетесь, прям вообще вас не узнать, честно. А я в салоне красоты была. Вообще, как красиво. Хорошо, да? Вот я такие. В восторге, Галина. Да надо, я сама. Надо было прям, как приехали, сразу пойти. Надо было. В каком салоне вы были? Париж называется. Да. На Партизанской. На Партизанской, вы да. Знаете, да, этот салон? Это моя сестра. Ну, вообще она у вас мастерица. Молодец. Золотые ручки и вообще. Очень красиво. Очень нравится. Ой, только сумочка. Ой, как красиво, Галина. А цвет? Ага. Цвет, как у меня, в молодости. Нежный, карамельный такой цвет, красивый. Вот так вот. Молодцы, очень красиво. Так, ну мы вешаем объявление, да? Да. Да. Сейчас Адис принесет. Угу. Причем вешается вот так. Отлично. Завтра будет. Аванес, давай клей, пожалуйста. Нам надо почаще вот так собраться. Ну, вот уже и так уже третий раз. Да, да. Угу.